Дорогие друзья, сегодня мы вновь в нашем музыкальном клубе «Вдохновение». И наша встреча будет посвящена страницам музыкальной культуры Японии. Я хочу вам представить гостя нашей программы, профессора Московского государственного университета, доктора философских наук Павла Семеновича Шкуринова. Обязанности по совести своей хочу со своей стороны представить и ведущего, и, так сказать, душу вдохновения юного композитора Смирнову Татьяну Георгиевну. Вы ее хорошо знаете, заслуженный деятель культуры в России, профессор. Дорогие друзья, ну вот сейчас такая у нас интересная тема встречи, такая интересная страна Япония. Но, конечно же, каждая страна, нравы, обычаи народов настолько интересны, что вот в нашей такой встрече одной, наверное, не познать все тонкости, особенности культуры любой страны. Но и в частности такой страны, как Япония. Мы сейчас будем слушать. Вишни, сакуры, воспетые в японской поэзии и щедро отображенные в живописи разных эпох. Цветы сакуры, появляющиеся на голых чернеющих ветвях, простые и махровые, самых различных оттенков. Нет, кажется, живописней картины, чем кроны этих дивных деревьев. Сакура видна по цветам, и толпы зачарованных людей часами любуются прелестью весеннего дня, когда на ветвях, напоминающих гнутую проволоку, распускаются нежнейшие лепестки, образующие белые или розоватые облака цветения. И каждый японский дом украшается в это время прекрасными ветвями сакуры. Эфирные лепестки преподносятся друзьям и любимым. У сакуры своя образность и собственный свой язык. Поклонение это цветам отозвалось в особом понятии «кансё», означающем «взирать», «сматриваться», «не сводить глаз». Не сводить глаз и видеть прекрасное, ощутить нежность весны. Здесь, как у художественного полотна, нужно отступить на несколько шагов от предмета любования, чтобы увидеть его пропорции, охватить глазом всю раму живого творения. И не для избранных, а для всех, невзирая на возраст и общественные позиции, сакура едина и для каждого особенно. Принято в Японии и йодзакура – любование сакурой вечером, когда цветение декоративной вишни становится неповторимым зрелищем при специальном освещении в традиционном японском парке, где собираются друзья, которых сближают эстетические стремления, творческие интересы и мировосприятие. Композитор Татьяна Смирнова. Фрагменты из произведения «Сакура цветет». Виктора Пономарева. Thank you.
флейты, как голос самой природы. Тончайшие в своих изменениях. Вы почувствовали, как иногда душа дрожит в человеке, и это передается инструменту. Вот ведь флейта и человек связаны. Он всегда исполнитель, владеющий таким прекраснейшим инструментом. Он передает все свои душевные волнения через этот инструмент, через губы свои, через душу. Это очень интересно. И древний инструмент флейта, как он много может выразить. А вот эта пьеса возникла не случайно. Она большая пьеса, вы слышали только фрагмент ее. Не случайно, ибо она посвящена очень большому человеку, японскому музыковеду и философу, который некоторое время был связан, но даже на протяжении небольшого периода своей жизни, ибо он молодой еще человек, был связан с Россией и с историей нашей страны, изучал эту историю, историю культуры, историю музыки, философии нашей страны. Павел Семенович, вы были долгое время руководителем Такео Сиина, это замечательное имя, которое сейчас по праву вписалось в сокровищницу тоже японской и русской культуры. Вот нам бы хотелось, чтобы чуть-чуть рассказали нашим членам клуба, слушателям об этом человеке интересном. Я сел, повинуясь воле аудитории, воле Татьяны Георгиевны. А между тем, человек, о котором я хочу сказать, относительно немного, я знаю, вы пошли слушать прежде всего музыку, заполнить души свои множеством. И уйти вдохновленными музыкой. Но ведь и слово музыкальное, сколько смогу я словами, хотелось бы передать высочайшую духовность, изумительно тонкий интеллект, проницательность, душевную щедрость. Ну и так можно много-много было бы говорить доброго о человеке, которого звали Такео. Такео. Это его имя. Фамилия Сиина. Сиина. Итак, Такео Сиина. Кто вы такой? О чем вы меня спрашивать хотите? Сказал я ему. У барьера большого фонтана на Ленинских горах. Это было очень ранней осенью 1990 года. Я в поте лица, ответил мне собеседник на отличном русском языке, я в поте лица тружусь второй день в поисках вас, в поисках встречи с вами. Меня зовут Такео, сказал. Вам это ничего не говорит, потому что мы первый раз видимся. Но вы еще обо мне узнаете. И это обещание было выполнено. Я вскоре узнал, кто такой Такео. И, если хотите, физически ощутил, что это прежде всего комок уплотненной сверхплотной энергии. Широкоплечий, невысокий ростом, кореглазый, взбитый всегда волос, подвижный необыкновенно. Его можно было видеть одновременно и справа, и слева. Впереди и сзади.
«Я не могу жить без плана», — говорил он мне потом, «потому что в течение дня мне нужно сделать очень многое». И его многочисленные записи, вот которые мне приходилось смотреть, читать, свидетельствуют о том, как уплотнял он рабочий день свой. «Я не хочу терять времени. Мне дано очень мало». И вот сейчас я говорю эти слова «мне дано», и они кажутся мне вещами. Ему было дано мало, и он спешил делать добро. Он хотел быть музыкантом. Это желание возбудили родители очень рано. Родители. Масука Сина-сан, мама, относительно молодая еще женщина, и отец Сабура Сина-сан, механик по сбору эскалатора. Эта семья возглавляла небольшой офис в нашей стране, который вел торговлю эскалаторами, могучими, сильными машинами землеройными, которые делают дороги и роют глубокие каналы. Сины любили Россию. Вот они уже 16 лет как работают в России. Вот уже подрастает сын. Ну что сын в эскалаторах, если у него вся душа играет и поет, и играет. С 3 лет, как мне рассказали родители, появилось чувство музыкальности у этого юноши. Чувство отвечать на эхо, собственное эхо. Отвечать так же, как звучит. Чувство петь, напевать, пританцовывать, веселиться. Везде нужным человеком был таким. Потому что быстро развивался, как веселый, непринужденный, не скованный человек. В школе его хвалили за все. И казалось, он был идеальным. Совершенно идеальным. Но больно жалоблив. Больно неуловим, потому что его можно в одно и то же время было видеть в 2 местах. Но какой он был обязательным. Какая щедрая душа у него. Так о нем говорили учителя. А еще больше, опять же, музыкально. Он, так рассказывает преподаватель фортепиано, уже школьный преподаватель пения и фортепиано, он говорит, даже по лестницам бегает в ритм. Та-та-та, та-та-та, и вышел, выбивает ритм своего шага. Тоже было дома, тоже было в школе. Музыкальность, музыка. Сначала он полюбил последние музыкальные напевы уличных ребят. Рок. Современные различные музыкальные выражения музыкального искусства. Судьба его привела к русской музыке. И прежде чего всего к Чайковскому. Чайковский стал его кумиром. Он везде с Чайковским. Он без него не мог. Но рядом Танеев. Мастер высокого класса.
гений, как и Чайковский. И вот Такео Сина сам стал переводить стихи Пушкина, пытаясь приспособить их к музыке Чайковского. Связать, увязать, слить. С упоением читал и перечитывал все, вплоть до переписки, все, что писал Танеев. И о Чайковском, и безотносительно к Чайковскому, о музыке. Так не только листы, так не только наброски Пугачева, так и другие замечательные произведения Сергея Ивановича Танеева стали любимыми. Вся московская школа композиторов стала превыше всего, что он мог себе представить. О чем он мог говорить? Я живу в музыке. Я живу в русской музыке. Часто повторял Такео Сина. Моя душа принадлежит России. Так сказала одна из воспитательниц школьных, а в одном громком, от души, излитом чувстве, которое все мы видели, хранит он постоянно в своей душе. Но как попал он в Московский университет? Как попал он на философский факультет, преподавателем которого, профессором, являюсь я. Очень просто. После окончания музыкального колледжа он выбрал профессии музыковедения. Музыковедение стало его стихией. Дома огромная библиотека, частично купленная за счет денег, данные родителями на завтраки и обеды. Дома огромный набор кассет, звукокассет, звукозаписи. Тысячи и тысячи кассет. Небольшое примечание. Сейчас родители готовы подарить музыкальному центру, который может быть образован на базе их собственного дома, и книги, и кассеты, и видеозаписи. И это говорит о том, что только такая семья могла воспитать вот столь влюбленного в русскую музыку, в русское музыкальное искусство. И вот он кончает. Нет, я просто хотела добавить, извините, что вот не случайно, мы будем говорить еще о такое много, город, в котором родился, под Токио, Камакура город, небольшой город, в свое время великий русский поэт Константин Бальмонт, он побывал в этом городе, сказал, да, в этом городе, именно в этом городе могут родиться влюбленные в искусство люди, ибо город необычайной красоты, в нем столько храмов, парков прекрасных, в нем статуя Будды метров 15 высотой. Это город уникальный и прекрасное, великолепное взморье. Вот действительно в этом городе мог родиться вот такой влюбленный в природу, в мир, в искусство человек. Я назвал только семью, а вот вы добавили и город. Это справедливо. Город Камакура — это одна из
столиц Японии. Старых столиц у Японии штук 7-8, но это столица особая. Ну, кроме Токио и других старых столиц, Кавакура представляет собой город, столицу смелых патриотов, самураев. Такео — это смелый, это решительный. Имя Такео переводится так. Действительно прекрасная, огромная статуя Будды, 25 с лишним метров. Один только глаз у Будды больше метра. Одно только ухо почти полтора метра. Огромное изваяние в красках. Оно создано в 13 веке и до сих пор поражает всех прочностью. На один квадратный метр, шутят японцы, в этом городе значительно больше изваянных Будд, чем где-либо в Японии. И прекрасный поющий парк. И вот, конечно, эта обстановка только содействовала формированию души Такео. Но там есть еще одна интересная деталь, скажу вам по-честному. Знаете, какая? Это же глазами очевидца. Да. Михаил Семенович был, да. Там такая картина. На рубеже стоит город, на рубеже с субтропиками. И если смотреть с юга на север, то налево, как бы, в секторе левизны, я не моряк, не могу сказать, но, конечно, на возвышенных волнах Тихого океана можно кое-что, какие-то огоньки увидеть. Но, к сожалению, нельзя увидеть еще далеко. Но кажется, каждому нашему человеку совсем близко наша страна. Слева от Кавакура, справа другая страна. Кажется, мерцают огоньки Сан-Франциско. И вот как бы среди этих гигантских двух цивилизаций, двух культур, родился юноша. Сначала беззащитный, а потом такой боевой и знатный, что не было в городе ни одного оркестра, где бы не настроил инструмент Такео. Такео играл на всех инструментах в школе. Такео – это наша флейта, говорили школьники. Такео – это наш гобой. Можно многое говорить о Такео. Учился он средне, но пел и играл превосходно. Здесь был его талант. И он выбрал музыковедение. Эстетический департамент музыкального факультета Токийского государственного университета. И приехал он к нам в Московский государственный университет без и консерватория, да. Это правильно. Бывайте. Но он бывал не только в консерватории. Наметим план с ним. Вот сегодня, завтра в консерватории, 2-3 дня, скажем, в Клин, потом в Ленинград, но не больше 10 дней. Смотрим, отчитывается. Он успел и в консерватории несколько раз побывать, и серьезно поработать в рукописном отделе, послушать несколько концертов. Обратите внимание. Дальше. Он и в Клину побывал, он и в Демяново был, он побывал в Ленинграде и вдобавок в Киеве. Так успевал. Цените время, ребята. Оно принесет вам большие радости.
И еще кончаю, боюсь, что вы устали. Вы, большинство из вас маленькие еще, хотя есть взрослые. Так он говорил, я все могу, если захочу. Хотение только бы нашелся человек разбудить во мне. Вот этих людей, способных возбудить в нем желание, хотение к творчеству, он искал в жизни. Но кроме того, он искал, кому бы сделать добро. Интенция добра, искрящегося веселья, в глазах искрящегося веселья, высокой удовлетворенности жизнью, счастьем быть человеком, вот чем отличался Такео Сина. Он успел за короткое время так много сделать и написать музыку к целому ряду фильмов и сделать массу набросков музыкальных. И сделать несколько статей по истории музыки. И, наконец, конец был печален. Я еще хочу добавить, что Тео, кроме русской музыки, конечно, он был очень образованный человек, он знал, вот при встречах с ним, беседах, я удивлялась той цепкости, той впитчивости, той многосторонности его дарования. И вот очень характерно для японцев черты пытливости, которая была свойственна Такео. И вот он мне говорил, да, Чайковский это замечательно, но ведь есть еще и Скрябин, есть еще гениальный Александр Николаевич Скрябин, который составил сам по себе эпоху в русской музыке. Я хочу, чтобы сейчас прозвучал Скрябин. Я вам сыграю две поэмы. Это последний период творчества Скрябина. Это 1912-1913 год. И Александр Николаевич написал исключительное по совершенству выражения мысли музыкальной произведения. Оно очень краткое. Вообще, вот говоря, краткость – это сила таланта. Действительно так. Опусы Александра Николаевича Скрябина впитывают, пожалуй, особенно последнего периода. Это как афоризмы. Удивительно форма, емкая, форма, вмещающая огромное содержание, образы, прекрасные образы. И вот здесь совпадает, на мой взгляд, ощущение Японии, японцев и русского человека, отношение к природе. Потому что для японца, для японки, природа, она вся выливается в моменте стихосложения, потому что каждый японец почти поэт. Он видит природу, он ее слышит, он любит тишину. И вот думается, что Скрябин вот в этих опусах тоже поразительно слышит природу, голоса природы. Это тончайшие структуры мира, запечатленные в звуке. Вот послушайте, как Александр Николаевич слышит природу. И здесь ощущение слышания тишины у него совершенно поразительное. Thank you.
Постоянных, как сказал Павел Семенович Такео, было творчество Петра Ильича Чайковского. Я хочу сейчас, чтобы мы послушали один его замечательный романс. Романс, который, может быть, вбирает особенности творчества Петра Ильича. И вот опять же, отношение, вечное отношение к любимому, извечному источнику – природе. Нам звезды кроткие сияли. Я хочу пригласить на сцену солистку Московской государственной филармонии Татьяну Виноградову. Thank you.
хотелось бы еще вспомнить о древней японской поэзии. Как я говорила, японцы все почти пишут стихи. И с давних пор в сердце каждого японца живет естественная склонность к стихосложению. И вот так возник несколько лет тому назад цикл из японской поэзии. Я обратилась к стихам древних японских поэтов в переводе Александры Глускиной. Здесь это 6 миниатюр маленьких очень пьес для голоса и рояля, каждый из которых выражение не только внутреннего состояния, внутреннего мира человека, но и природы, вот извечной темы природы. Мы сегодня будем впервые показывать этот цикл. Здесь 6 миниатюр. Я назову название каждой и без перерыва это будет исполняться, потому что маленький очень цикл, в него надо просто вслушаться. Первая часть — «Бухта Акаси». Вторая — «Вздымается волна». Третья часть — «Ива». Четвертая — «Мир этот сон». «Любовь» — пятая часть. И шестая — «Разлука». И я, как и первое свое сочинение, которое звучало вот сегодня, вы слышали флейту, голос флейты, я посвящаю это произведение Такео Сиина. Как мне кажется, это просто мой скромный дар замечательному музыканту, который, вот, с которым мне довелось общаться. И я счастлива, что такие люди есть в искусстве. И это будет посвящено ему.
Ну, продолжим нашу встречу, наш разговор о замечательной стране Японии. Я хочу вам представить рядом со мной кандидат химических наук, член Ассоциации «Мир через культуру» Юлия Всеволодовна Воронцова. Она же и художник, и поэт, так что много-много всяческих дарований. Пожалуйста, Юлия Всеволодовна. Ну, во-первых, я хочу вам сказать, что я очень увлекалась Японией и много лет занималась в московском клубе творчества, закончила у Нины Владимировны Наумовой курс «Экибаны» и занималась затем чайной церемонией при Доме дружбы непосредственно с Китаем, с японским учителем. Участвовала во многих выставках. И, знаете, я вот поклоняюсь этой стране, этим людям. Они как-то вот запали в мою душу. И, знаете, вот мне всегда очень хочется, когда представляется такая возможность, сказать несколько слов об этом. Ну, во-первых, хотелось, значит, вот сделать акцент на, так сказать, двух аспектах. Первое – это икебана. Вот у меня спросили, а что такое икебана? Да, все знают. Вроде бы все знают, да. Сейчас уже. А когда у нас 70-е годы, японское наше посольство, кстати, надо сказать много добрых слов представителям японского посольства, послу, его жене и многим, которые сменились за эти годы, потому что они вели эти курсы. Они, так сказать, преподавали курсы икебаны, тоже других источников у нас не было. И мой педагог, который уже очень преклонного возраста, сама нам преподает, выставляется на выставках, до сих пор посещает их курсы, ходит еще учится. То есть, понимаете, вот икебана – это вообще, так сказать, стиль жизни, вот так бы я сказала. В Японии насчитывается около 30 тысяч школ икебана. Кстати, икебана пришла из Китая. В Китае она не нашла развития, а в Японии она, этот стиль икебана, значит, икебана, в общем, переводится как аранжировка цветов. Так это вот, если упрощенно говорить, это аранжировка цветов. Но в Японии это доведено до совершенства. Преподают в школе, чтобы дети все вот как, знаете, вот вы идете в музыкальную школу, вам там преподают какие-то навыки, потом станете вы музыкантом или нет, это уже ваше дело, так сказать, насколько вы творчески развиты и есть у вас желание. Вот так же и обстоит дело с икебаной. То есть основы преподаются в школе. А дальше вы уже смотрите, хотите вы идти дальше развиваться, поскольку школ очень много. И люди, очень многие, вот наш преподаватель чайной церемонии, потому что это же все так же относится к чайной церемонии. Вот. Это тоже стиль жизни, это тоже изучение всю жизнь. Вот он нам преподает этот церемониал 30 лет и сам еще учит. И когда мы его спрашивали, а мы занимались тогда, я помню, ну я прозанималась год. Я говорю, сколько же еще? Ну вот, как скажем, на курсах икебаны мы все-таки занимались 2 года. Нам выдали дипломы, мы могли участвовать в выставках и работать аранжировщиками. Что многие наши вот, коллеги мои делают. Они на телевидении работают, оформляют там у Зайца, еще где-то, ну, таких очень престижных учреждениях, они занимаются оформлением. Мы можем это делать. Нам сказали, что можно еще год совершенствоваться. Ну, затем можно, конечно, эпизодически, вот как моя педагог, с 70-го года ходить на курсы в посольство японское. А вот то, что касается чайной церемонии, учитель мне сказал, этим надо заниматься всю жизнь. И вот побывав, значит, походив, ну так, потому что там очень строго со временем, отнимает очень много времени, это 2 или 3 раза в неделю по 6 часов, можете сами представить. Сидеть для нас, европейцев, не привыкших вот в этой позе, согнув, так сказать, ноги, вот в такой позе, это я хочу сказать, это очень непросто. И усваивать все эти, значит,
есть моменты, вот этот ритуал. Кстати, легче это дается людям, которые занимаются медитацией, которые ближе к йоге, которые прошли йогу. Вот этим людям легче. Но те, кто с этим не знакомы, они просто приходят познакомиться, посмотрят. Кстати, вот когда бывают дни Японии у нас в стране, всегда это сопровождается показом. Вот вы, пожалуйста, уловите, когда о газетах это всегда бывает такая широкая публикация о том, что вот проходят дни Японии в нашей стране, они всегда где-то что-то показывают. Значит, или вот как-то были во дворце молодежи, они на сцене показывали, значит, вот эту чайную церемонию. Совсем недавно, осенью, я была вот приглашена моим учителем, и нашей группы, там уже, правда, осталось очень много народу, выдерживают, конечно, немногие, осталось мало. И они показывали значит, эту церемонию в ботаническом саду. Они подарили в свое время, значит, вот эти чайные домики и все-все, что они там сделали, собственными руками. Это кусочек Японии вот в нашей стране. И вот совсем недавно, вот этой осенью, там была эта церемония, угощали этим чаем. Мне было, конечно, очень приятно встретиться с учителем, со своими бывшими ученицами, посмотреть, чего они достигли. Там было много японцев, конечно, они всегда принимают сами непосредственное участие, было вплоть до посла. Это все посольство, это так принято. Вот, понимаете, такое трепетное отношение. Пожалуй, вот такого нет, к такой церемонии нет ни в одной стране мира. То есть вот доведенное до совершенства, вот эта красота, и уметь увидеть эту красоту, наблюдать ее каждый день, вы знаете, это только могут японцы. Это удивительно, конечно. И всем европейцам, которые приезжают учиться, им сначала кажется, что они могут это быстро овладеть. Да, какие-то навыки, безусловно. Но вот сейчас я вам просто хочу несколько слов сказать вообще, значит, о том, значит, какие направления существуют в Японии. Основные школы – это школа Сагетсу, Охара и Икинабу. Вот это три направления. Основателем школы Сагетсу, который стал как бы реформатором, он ввел кинзан. Вот многие видели, наверное, такой кружочек, вот я, к сожалению, забыла захватить, с иголочками, на которые нужно накалывать цветы и ветки, чтобы они легче держались. Вот, скажем, в высокой вазе это можно не делать, это в стиле Нагаэре сделано. Это такая свободная композиция в высокой вазе, не требующая наколки. А если вы ставите дома в маленькой вазочке, то нужно приобрести вот такую наколку с иголочками, и вы всегда дома можете разнообразить. Понимаете, не просто поставили европейский букет наш, вот три цветка или там пять цветков как-то, ну, добавили какую-то зелень, и вот уже нам кажется, что мы, значит, с цветами, конечно, это да, но можно сделать это более изящно, красиво и интересно, и менять это. И, значит, икебана больше трех дней цветы не стоят. При всем том, что вы все-таки наливаете воду, но вазочки низкие, воды мало. И обычно вот наши выставки, которые проходили, мы всегда, даже каждый день меняли цветы, свежие цветы, потому что все-таки цветку нужно много воды, а он стоит в низкой вазе, и ему этого мало. Поэтому последнее время, поскольку цветы, вы знаете, сейчас у нас очень недешевы, и раньше, когда мы начинали учиться, мы могли приходить на занятия с живыми цветами ставить. Сейчас мы уже этого делать не можем. Поэтому в основном ставят сейчас с искусственными цветами. Но вы заметили, насколько вырос, так сказать, ну, уровень, что ли, уже изготовления цветов. Ну, конечно, эти цветы делаются не у нас. Вы знаете, что в основном привозят из Голландии и из Китая. Вот здесь стоит хризантема белая. Это, конечно, не нашего производства. Это сделано в Голландии. Вот. И когда мы ставим с искусственными цветами, то тогда мы можем продлить. А ветки стоят довольно долго. Ветки можно менять там в две недели раз. Поэтому вы всегда можете обновить свою икебану.
икебану. Вот это икебана зимняя и как раз новогодняя. Почему я принесла? Значит, ну, во-первых, японцы поклоняются сосне, вы знаете. Это для них большой символ. Символ и мудрости, и силы, и много вложено в это. Вот. Поэтому они очень любят сосну. И на Новый год, вот я вам рекомендую дома, всем поставить сосну. Эту сосну я нашла в лесу. Вы знаете, очень много падает просто веток. И вы всегда можете подобрать в лесу ветки. Не надо ломать специально ничего. Несколько веточек, вот 2-3 веточки сосны. И поставить, и пусть не живой, потому что живой, вот живые цветы очень, конечно, дорого. Поставить искусственный, купить, но он уже будет вам надолго. Вот это, скажем, хризантема у меня уже несколько лет. И я пользуюсь, когда я выезжаю куда-то на выставки, показывать и рассказывать об икебане, если я могу поставить такой цветок. Вот. Значит, вот в 1900 году вот в семье преподавателя родился такой мальчик, Софита Сикахару, который стал основателем такого нового направления, и он изобрел кинзан. Это была революция, конечно. В Японии с ее классическими традициями, ну, представителем классической традиции является школа рики. Вот поставить рики, видели, наверное, если бы бывали на выставках, это классическая, так сказать, такая рика высокая, вот такой стиль. И начинали-то ведь ставить у буддийских храмов. Все это. И так же, как чайная церемония, она начиналась 13 столетий, это тоже все было очень давно, и начиналось с чаепития в буддийском храме. И как ни странно, ведь опять чай в Японию был завезен китайцами. И вообще существует такая вот, если не знаю, знаете вы или нет, легенда о том, как образовались вообще страна Япония. Оказывается так, когда-то очень давно в Китае жил злой император. И он узнал, что на близлежащих островах растет растение, из которого можно изготовить эликсир жизни. Император, конечно же, хотел долго жить, но было условие, что сорвать это растение могут люди только с чистым сердцем. Из окружения императора таких не нашлось. Тогда были собраны по всему Китаю, ездили, собирали юношей и девушек, 300 человек. Самых красивых, самых чистых. И отправили на эти острова за этим растением, а это была хризантема. Это как раз из, вот, делался этот эликсир жизни из сока хризантемы. И вот так эти юноши и девушки остались потом там жить. Вот, значит, из цвета, как понимаете, Япония возникла из цвета китайской нации. Хочу вспомнить замечательное высказывание Бальмонта, Константина Бальмонта, о Японии. Вот он писал так, это его слова: «Вся Япония — воплощение изящества, ритма, ума, благоговейного трудолюбия, тонкой внимательности. Край, где чтят предков, где уважают растения, где не мучают и не пожирают животных, где скрывают свою боль и показывают свою радость, где, исполняя всякую работу, остаются чистыми», потому что вы сказали. И вот он написал потом в стихах: «Весь остров, как узор живого храма, взнесенный ирис, как светильник нем, как слово песни, чаша хризантем, окно в простор, в нем золотая рама, поля, сады, холмы, и надо всем напев тончайших линий Фудзияма». Фудзияма. А он пишет Фудзияма. Да, прекрасно, это мой любимый, кстати, я вам очень признательна, это мой любимый поэт, который много очень путешествовал и сам был как бы лицеем музыки. И вот знаете, вот почему, например, японцы любят вот ставить икебану, они говорят, что вся изюминка – это в динамике и в линии, и в музыке. То есть у них каждая вот поставленная ветка, она как-то своим изгибом, да, так и попоет. Знаете, это удивительно, конечно. И вот, значит, совершив такую революцию,
Софика Тосикахару долго жил, но, значит, когда он скончался, его дочь возглавила эту школу, а затем после нее его сын Хироси, который приезжал к нам неоднократно. Я бывала много, то есть, ну, раза два или три на его показах, когда он приезжал, и смотрели мы, как он это делает на глазах. Это все делалось, в чем все это ставится. Вот выносится только материал, стол, и тут же на ваших глазах рождается это чудо. Знаете, это действительно чудо. И поэтому вот после этого, и увидев эту чайную церемонию, знаете, они очень перекликаются, конечно, потому что, кстати, на чайной церемонии обязательно ставится в чайном домике, в нише ставится икебана. Ну вот несколько слов о чайной церемонии, потому что это настолько уникально. И вот японцы сейчас говорят, что мир можно познать и объединить через чашку чая. Я написала об этом, у меня есть несколько статей вот о том, когда я занималась, и о этой церемонии. Потом я могу сказать, кто захочет почитать, потому что, вот, к сожалению, у нас на русском языке об этом практически нигде ничего и не пишут. Очень мало, очень мало. Даже если кто-то пишет о Японии, то там посвящен небольшой раздел, совсем маленький, и аранжировки цветов икебани, и чайной церемонии тем более. Вот. Поэтому у нас как-то это вот не пропагандируется. И я вот уже с позиции европейской, когда я, значит, посмотрела это все, вы знаете, я поняла, насколько этот церемониал... Кстати, вы знаете, многие элементы, это нам рассказывал уже учитель, когда он был у нас в церкви, в православной, на службе, он увидел очень много похожих элементов взятых. Он говорит, так и у нас в чайной церемонии такие же, говорит, приемы, которыми пользуется ваш священник во время службы. Понимаете, вот как интересно. То есть вообще вот между японцами и русскими очень много общего. Вы знаете, иногда даже это вот не чисто внешне выражается, а вот внутренняя, да, внутренняя связь, душевность. Вот, пожалуй, такой душевности и отношению к природе, да, вот все-таки это сближает русских и японцев. И вот я хочу закончить несколькими четверостишами, но у них где-то так. У них танки, три строчки, значит, и пять строчек есть. Вот они, значит, так пишут. Да, еще хотела сказать вам о хризантеме, потому что это особый разговор. Такого поклонения цветку нет ни в одной стране мира. Значит, хризантема по-латински переводится как хризос. Хризос – это, по-моему, золото, нет, антос – золотой цветок, кику. Вот они его называют «золотой цветок кику». И в Японии существует орден хризантемы, знак хризантемы. Хризантема входит в герб. Знаете, какой символ? И есть поверье, что хризантема, сорванная 9 числа 9 месяца, обладает магической силой. И поэтому больше всего у них хризантемы цветут круглый год. Просто они разного сорта всегда, но круглый год цветут хризантемы. И вот несколько, так сказать, посвящений хризантеме японских поэтов. Те хризантемы белые колебли мы вдали приморским ветерком, все кажутся глазам осеннюю порой, прибрежную волной, а не цветком. Как тает иней, павший на цветы, той хризантемы, что растет у дома, где я живу. Так жизнь растаешь ты, исполненная нежной любовью. Жить цветами наслаждаясь, радуясь луне, несравненное богатство этот бренный мир. Спасибо. Сейчас мы вернемся снова к музыке и послушаем
а послушаем замечательное произведение, созданное великим русским композитором Михаилом Ивановичем Глинкой, вариации на тему Моцарта для вот этого замечательного инструмента, который все из нас знают и любят, созданного для арфы. А будет играть лауреат 4-го открытого международного конкурса «Классическое наследие» Анна Косака. Попросим на сцену Анну. Итак, Михаил Иванович Глинка, вариации на тему Моцарта. Thank you.
Что-нибудь сыграешь, а? Доницетти, да? Да. Значит, мы сейчас послушаем соло из оперы Доницетти «Лючия Бельмурмур».
вами. Поздравляем Анне с интересным пребыванием у нас в России, чтобы годы учебы мы дали большую пищу для дальнейшей работы и существования музыки. Но мы вам, рассказывая о большом человеке Такео Сина, не сказали о том, что, к сожалению, Такео сейчас нет. Нет в этом мире. Так случилось, что, приезжая в Москву каждый раз, Такео всей душой стремился попасть скорее к учителям, к тому месту, для которого для него было святое место, Московский университет и Московская консерватория. И так случилось, что, сев в такси, чтобы скорее приехать в университет, он погиб 3 года назад. Мы очень хотим, чтобы память о нем сохранилась в ваших сердцах, ибо вот сегодня третья годовщина с того самого момента, когда Такео не стало. И думаю, что голос одинокой флейты очень сродни тому, что было в душе. Такео любил тишину, Такео любил музыку, Такео любил все самое прекрасное в мире. Да будет память о нем прекрасной тоже. Главное, два голоса, арфа и флейта. Вы заметили, что так одинокие голоса этих прекраснейших инструментов, которые всегда музыканты слушают тишину. Эти два инструмента как сродни Японии, нежной страны и очень мудрой. Японии страны, давшей миру прогресс технический, и Японии страны, которая до сих пор сохраняет давние, древние традиции. Японцы, которые любят музыку и слагают стихи. Я думаю, замечательно, что есть такая интересная страна, открытие которой мы только что начинаем. И для каждого из нас Япония своя. Для каждого из нас Япония сохраняет вот эти давние, древние и прекрасные традиции. И познать их, я думаю, что для нас это очень драгоценно и интересно. И еще мне бы хотелось, чтобы в преддверии замечательных праздников, которые у нас будут скоро очень,
таких праздников, как Рождество, Новый год. Вот мы все здесь собравшиеся. И мы, Павел Семенович Шкуринов, профессор Московского государственного университета, доктор философских наук, и Юлия Всеволодовна Воронцова, кандидат химических наук, человек очень творческий и интересный, и я хотим вам пожелать, чтобы Новый год был для вас светлым и радостным, принес он вам интересные открытия и дары, чтобы Рождество открыло души вам и вашим детям, души для впитывания прекрасного, того, что есть. Так мир богат этим. Да будем радоваться, если мы видим и слышим красоту и познаем ее. До новых встреч, если они состоятся. Будьте здоровы, всего доброго и спасибо вам большое. Понятие музыки, черты есть неземные. В них чудится дыхание тайных строк, рождающих пространство голубых.